The wall itself has a history. It's a церковь впервые. Continue with the outlines. Вот, это ты себя, а защищать правду Божию. Это классическая история. А люди время стал Антиох Эпифан. But I was very, very bad with practical things. Но у меня плохо получались все практические вещи. Like emptying the trash. Например, как выбросить мусор, вынести. That's a good idea to get the trash out of your house, isn't it? Это хорошая идея выносить регулярно мусор из вашего дома, правда? How many would say that's a good idea? Кто согласен, что это хорошая идея выбрасывать мусор? Our house, if a window needed fixed. Например, в доме надо починить окошко. It didn't get fixed. Оно не чинилось. Practical things. Такие простые практические вещи. I was very bad at practical things. И я не справлялся, я был очень плох в этих практических вещах. See, I was too extreme, pastor. Я был экстремальный пастор. Oh, thank you. Да, мы вас прощаем. Long time ago we're talking now, okay? Мы говорим о далеком прошлом, пастор. Very, very spiritual. Я был очень-очень супердуховным. You know, not very, very not practical. И очень непрактичным. And so I had to learn. I was not balanced. Я был не сбалансированным. You know. I was very, very unbalanced. Я был далек от баланса в своей жизни. Now, other people could see this, и другие вещи, другие люди могли but видеть I это. Couldn't see it. А я не мог этого видеть. Why? Почему? I was a better teacher than they were. Я был лучшим учителем, чем они были. I knew the word more, so я знал слово больше, чем они. Yeah, I'm just being honest. И я честно вам говорю, я искренне делюсь с вами. Я двигался в вере и мог двигаться лучше, чем они в вере. I was too unbalanced. И я был слишком разбалансированным. Too spiritual. Чересчур супердуховный. I remember when we were first married. И помню, как мы только поженились. I was trying to pray all night. Я как-то пытался молиться всю ночь. That was a big thing. Это было... Это было важно, это было очень сильное событие для меня. Молился всю ночь. Потому что тогда ты сможешь быть настоящим духовным. И вот я лежу на полу, молюсь. И уснул. И заходит Вики. Будет меня, она хотела воды попить. Она проходит мимо меня. Она пьет свой стакан воды. Переступает через меня и возвращается к себе в комнату спать. А я вот там на полу лежу, сплю, но я пытался молиться. И духовно я делал много таких безумных вещей. И смотря назад, они выглядят сейчас смешно. Но проходя все это было больно. И я был разбалансированным. Поэтому мне пришлось тяжело потрудиться над практической частью моей жизни. И я вижу важность этого. And as I became more balanced, и как я стал более сбалансированным, the Lord used me more and more. Бог начал использовать меня больше и больше. And has blessed me more and more. И даже благословлял меня больше и больше. So, it's nice to move in spiritual gifts. И это замечательно двигаться, уметь двигаться в духовных дарах. We love it. И мы любим это. We love to preach and teach. Мы любим проповедовать и учить. But also we see the importance of the practical side of life. Но также мы видим важность практической стороны нашей жизни. So, for some reason, I believe the Holy Spirit has led me to speak on the practical side of life for you students. И с какой-то стороны я чувствую, что Бог меня ведет говорить с вами о практических вещах в жизни, студенты. And again, I can assure you, if you do these basic practical things. И я убеждаю вас, что если вы будете соблюдать эти обыкновенные, простые, базовые вещи, and learn to manage the
the practical things of life, и начнете управлять простыми вещами вашей жизни, God can use you Бог сможет использовать вас in a better and better way. Все лучшим и лучшим способом. Amen. Аминь. Okay. I want to compliment pastor and his wife. Я хочу поблагодарить пастыря и его супругу. You know, they have a beautiful house. Знаете, у них красивый дом. Let me say this. Позвольте вам сказать вот что. I've visited a lot of houses in the Ukraine. Я посещал много разных домов в Украине. Apartments. Квартир. Nice apartments. Очень, очень хороших квартир. Houses. Домов. Nice houses. Милых домов. And I'll be honest, most of them are messy. И буду честен, большинство из них в беспорядке. Uh-huh. Да, в очень грязные. The women in the house, they seem to like corners. They like the corners a lot. И я вижу, что женщины в этих домах, они углы любят очень. And they pile things in one corner. И они захламляют углы, один угол. And pile things in another corner. А потом захламляют другой угол. And they have, it's a nice house. И дом может быть красивым. And nice furniture. И красивая мебель. And they got, it's messy. Но все захламлено. And you just don't feel comfortable in it. И вы просто некомфортно себя там чувствуете. And you walk in pastor's house, and Tatiana, everything is orderly, it's good, it's nice. This is the way it's supposed to be. Но входишь в дом Валентины и Татьяны, и там все убрано, расставлено по местам, оно в порядке, и так оно и должно I'm right. быть в домах. I'm right. Правда, я прав? I've been in enough of these houses. Я был во многих домах. Now, like I have an office. И у меня офис есть. At the house. My house, в дом. Office. В моем доме у меня есть кабинет. It's my kingdom. Это мое царство. My kingdom. Мое маленькое царство. All right, I'm the king of the office. И я царь в своем кабинете. She makes me think I'm the king of the office. Вики. Позволяет мне думать, что я царь в этом офисе. Okay. I like to have a clean office. И мне нравится, когда он убранный. I try to clean it. I clean my office myself. И я сам убираю свой кабинет. I shouldn't do that. Я не должен этого делать. But I do clean the office. Не должен я этого делать, но я все-таки делаю это. I'm Italian, you know. Итальянец, понимаете? Okay. Как это я и убираю свой кабинет? Я вытираю пыль. I vacuum. Я пылесошу. Ну, несу. I put my desk in order. Я расставляю все на своем столе по порядку. I clean the drawers in my desk. И я вычищаю во всех своих шкафчиках. And I try to do that faithfully. И я верно стараюсь это делать. It gives me a sense of order. И это приводит самого меня в состояние порядка. I believe God is a God of order. Я Amen. Верю, что Господь, Он Бог порядка. Аминь. When He created the universe, He had a plan, He had an order. Когда Он создавал Вселенную, у Него был порядок, у Него было все зарегламентировано. И на небесах не будет беспорядка, там не будет хаоса, там будет все в определенном Божьем порядке. So I clean my office, I clean my desk. Я убираю свой кабинет, я убираю свой стол. Я ставлю все по порядку, расправляю. And then I pull up my schedule for the day. И потом я готовлю и записываю свое расписание на день. And I write out my schedule for that day. И я пишу, записываю свое расписание на день, так как я вам вчера говорил это делать. I know what schedule for that day. И я знаю, какие у меня планы на этот день. Then I list things I need to do. И у меня вот есть список вещей, которые мне нужно сделать за сегодня. Well, my list normally 15 things, maybe 20. И обычно мой список составляет из 15-20 пунктов. I don't get them all done in one day. И не всегда у меня получается сделать все за один день, весь список. But I get a lot done. Но я большинство успеваю Every сделать. Day. Каждый день. Okay. The next day, same thing. И на следующий день то же самое. Make sure my desk is in order. Я проверяю, чтобы был еще порядок на моем столе. I only clean and vacuum maybe once a week.
И, ну, пылесосом я пользуюсь и уборку делаю примерно раз в неделю. Но поддерживаю порядок каждый день. И смотрю, чтобы на столе все было в порядке. Computer, открываю свой компьютер. Day, планирую свой день. И я обычно копию. Of the things I have to do that day. И обычно не только на компьютере, но у меня распечатанная копия своего плана на день, расписания. So when I leave the house, I can take that copy with me. Чтобы, если я уезжаю из дому, я мог взять распечатанную копию расписания. Now I think you can put it on your phone. You could do something like that. Я думаю, что вы можете переслать это себе на телефон и иметь расписание всегда с собой. Is that it's possible? Это возможно, правда? Okay. So pray for me. I'm still learning. Так что молитесь за меня, я все еще учусь пользоваться техникой. Okay. And I know what I have to do, what's important that day, and я знаю, что я должен сделать, что важным является для меня в сегодняшний день, и я стараюсь исполнить весь этот список заданий. You have to know when to be practical. Вы должны знать, когда вам надо быть практичными, а когда вам надо быть духовными. Вы должны научиться этому, когда быть практичными и как быть духовными. So, I'm in a church, a big church in Ukraine. Я был в большой церкви здесь, в Украине. And this lady comes up to me. И ко мне женщина одна подошла. Не в вашей церкви. And this lady is, she's a praying machine. И эта женщина, она такая молитвенная машина. I mean, she's a prayer machine. Она просто молитвенная машина. So she comes forward for prophetic ministry. И она вышла вперед, ожидая пророческого служения. All right. She wants a great word. She wants a big word from the Lord. И она ожидала большое слово от Господа пророческое. And I look at her, я посмотрел на нее. And I said, first thing I said, и первое, что я ей сказал. How much sleep have you been getting? Сколько ты времени спишь? Первое, что я спросил ее. Как много сна у тебя есть? Она удивила меня, и она была удивлена. И для меня это тоже был сюрприз задать ей этот вопрос. But I said it. How much sleep is she surprised? Like, how do I answer this? И я все-таки спросил ее, сколько сна ты имеешь, и она была удивлена. Как же я отвечу тебе? I said, are you getting enough sleep? Я сказал ей по-другому. У тебя достаточно сна? And then she starts. Run. И я смотрю, она начала подсчитывать. Right. And then I tried to. Tell her it's important to get a reasonable hour, a reasonable amount of sleep. И потом я ей начал объяснять о том, что надо иметь разумное количество часов для сна, и что это очень практические вещи. And I knew she wasn't receiving this. И я осознавал, что она не принимала это слово. Because it wasn't spiritual enough. Потому что оно не было достаточно духовным для нее. So I had to give her a little reality. Но я должен был ей немножко реальность вернуть ее. And I believe in the power of words. И я верю в силу слов. Speak positive, faith-filled words. И говорить позитивно, исповедание правильное, я верю в это. But I had to say, like, do you want to die young? Но я спросил ее, ты хочешь молодой умереть? I had to shake her a little. Я должен сотрясти был ее немножко. And I said, I think you're not sleeping enough. You're neglecting your body. И я говорю, слушай, ты не спишь достаточно, ты игнорируешь свое тело. So a year or two later, her pastor was talking to me. И чуть позже ее пастырь говорил со мной. And this church, they have all-night prayer meetings. I think they had 14 all-night prayer meetings a week, this church, in different locations. У этой церкви в неделю было до 14 ночных молитв в разных регионах по городу. So if you lived in one area, there was an all-night prayer meeting once a week. То есть в каком-то районе всегда какая-то ночная молитва была постоянно. Ты где-то мог быть, поприсутствовать. Понимаете, да? И вы могли посещать, ну, минимум раз в неделю то, что поближе к вам. Well, the pastor told me that this woman, this young lady, used to go to like 3 all-night prayer meetings a week. Yeah. И пастор мне сказал, что эта дама, она посещала как минимум 3 ночных за неделю. That's crazy. И это сумасшествие. That's stupid. Это глупо.
И хочу сказать, она замечательная женщина Божья. Но я говорю, слушай, я просто хочу тебя видеть еще живой. Now, итак, you do need a certain amount of recreation in life. У вас должно быть определенное количество установлений, постановлений в жизни. Восстановление. You need a certain amount of fun in life. Должно быть немного веселья в вашей жизни. You can't work 24/7. Вы не можете работать 24 на 7. You can't pray 24/7. Вы не можете молиться 24 часа и 7 дней в неделю. I've tried that one. Я пытался. It doesn't work. Оно не работает. So you need a certain amount of relaxation and diversion and entertainment. Так что у вас должно быть определенное количество отдыха и веселья в вашей жизни, развлечения. Now, when I share with pastors, когда я делюсь с пастырями, I ask them two questions. Я задаю им два вопроса. Do you take one day a week of rest? Берешь ли ты один день отдыха в неделю? Because I believe that's biblical. Потому что я верю, что это библейски. And then I say, every pastor should have a hobby. И потом я говорю, что у каждого пастыря должно быть еще хобби. You need something to take your mind off the serious things of life. У тебя должно быть что-то, что отвлекает тебя от всех серьезных дел твоей жизни. You need a break. You need to get away sometime. Тебе нужен перерыв. Тебе надо отвлечься и уехать куда-то. Vacations. Отдыхать. Catching fish, football. Yeah. He proposed. My hobby is sports. Мое хобби – это спорт. Машины. I'm at a church in Ukraine. Я был в церкви в Украине. And I'm ministering to pastors. И я служил пастырям. One pastor, then another pastor. Одному пастырю, следующему пастырю. If one pastor comes up to me. И вот один пастырь подошел ко мне. Я знал его годами. Not a close friend, but a great man of God. Мы не очень близкие друзья, но он хороший муж Божий. First thing I said to him was this. Первое, что я спросил его. Я спросил, брат, когда последний раз отпуск брал? Итак, брат, когда же отпуск был последний раз? И он смотрит на меня и пытается вспомнить. Я говорю, что даже вспомнить не можешь, когда был последний раз в отпуске? И он не мог вспомнить. И я чувствую, что тебе, брат, пора в отпуск и уехать даже отсюда. Well, he didn't listen to me. Он не послушался меня. Okay. You know, when you get a word, you can obey it or disobey it. Я, знаете, когда вы получаете, принимаете слово, вы можете послушаться или не послушаться, принять или не принять. So he went on a long ministry trip through Europe. И он поехал в долгую поездку через по Европе. He was the driver. И он вел, он за рулем был. And during the trip, he starts feeling pains in his chest. И во время поездки, когда он был за рулем, он начал чувствовать давление в его грудной клетке. Chest pains. Боль в грудной клетке. They can scare you. И это может напугать вас. And when he began to feel those chest pains, и когда он начал чувствовать эту боль в груди, he told me this personally. Он сказал мне это потом лично. The first thing he thought about, первое, о чем он подумал, was that word I gave him. О том слове, которое я ему сказал про отпуск. И он не послушался. You see, God is interested in every area of your life. Послушайте, Бог заинтересован абсолютно в каждой области вашей жизни. Абсолютно каждой. И Он хочет, чтобы вы двигались, развивались хорошо в каждой области вашей жизни. People look at my house. Люди смотрят на мой дом. And they come up to me, strangers. И, strangers look at my house. И иногда, ну, незнакомцы видят мой дом, посещают. And they say, you have the nicest looking house in the whole area. И они говорят, у тебя самый красивый дом в этом районе, ухоженный. We cut our grass. Мы подстригаем наш газон. We have flowers.
У нас есть цветы. Немного, но у нас есть и цветы, и кусты, и деревья. И мы заботимся о ним, ухаживаем. Мы управляем этим. See, that's important too. И это тоже важно. Everything has its place. Everything has its position in life. Для каждого есть свое место в жизни. Каждая занимает свою позицию в жизни. You have to take care of your physical body. Вам надо заботиться о своем физическом теле. All right. In America, a lot of jobs people are sitting and sitting and sitting. А в Америке на большинстве работах люди сидят, сидят и много сидят. You know, you can't sit for 8 hours a day. На самом деле вы не можете просто сидеть 8 часов в день. You got to take care of your body. Поэтому вам надо заботиться о своем физическом теле. You have to have good relationships with people. Вам надо иметь хорошие взаимоотношения с людьми. All these are important. You got to take care of your finances. Все это важно. Вам также надо внимательно относиться к своим финансам. See a balanced life. Чтобы иметь сбалансированную жизнь. Everything is in order. Чтобы все было в порядке. Everything gets its proper time and attention. Чтобы для всего было отделенное время, внимание и цели. Big things are important. Большие вещи, они важны. But also little things. Но также и маленькие вещи. If you let the little things go too long, they become big things. И если вы будете затягивать маленькие вещи, они превратятся со временем в большие вопросы. Okay. And having the practical area of your life in order. И приведя практическую сторону жизни своей в порядок, God can trust you with spiritual things. Бог сможет доверить вам духовные вещи. Amen. Аминь. Now. I want to say I got two things to say, then I want to talk about praying a little bit. Я сейчас еще несколькими вещами поделюсь и потом о молитве поговорим. I'm 67 now. Мне сейчас 67 лет. I have a better memory today than when I was 57. И сегодня, на сегодняшний день, у меня лучшая память, чем когда мне было 57. Or 47. Или когда мне было 47. Или даже 37. My memory is better today. Сегодня моя память лучше. Yeah, seriously. И это правда. You can ask Vicky. Вы можете спросить Вики. Right? I don't remember that. She doesn't remember. Вики говорит, что она не помнит. She's funny. Правда, она смешная? She's funny. She thinks she's funny. Anyway, now, this is a big revelation. You want to write this down. Это большое откровение. Если хотите, можете записать его. Because this is incredible. Потому что это, ну, просто невероятно. Here's the reason why I have a better memory today than 20 or 30 years ago when I was much younger. И вот причина, почему у меня сегодня лучшая память, чем 20 или 30 лет назад. Okay, you ready? Вы готовы? I write things down. Я стал записывать вещи. Whoa. That's powerful. I'm telling you. Я вам говорю, это сильно. I've never felt this spiritual. Я никогда не чувствовал себя настолько духовным. I'm giving you really deep revelation. И я даю вам самые огромные откровения просто. It's the truth. И это правда. I write things down. Я стал записывать вещи. And it helps. That's the only way to keep your memory sharp. И это единственный способ, как держать наточенной вашу память. You know, my memory has improved. И моя память, она улучшилась. Getting things done has improved. И то, что из вашего списка вы совершаете, да, делаете, оно доказывает, оно улучшает. Doing the little things делайте, has improved. Делайте маленькие вещи. Being more scheduled, it's improved. Будьте более в расписании двигайтесь, и это принесет улучшение. And I'm not a great administrator. И я не великий администратор. У меня нет дара администрирования. Так что я не достиг до такого уровня. Но я стал лучше с годами. И это помогло мне невероятно. Позвольте мне кое-что сказать о работе. In America, most people, they don't work on Saturday and Sunday. В большинстве случаев в Америке не работают люди по субботам и воскресеньям. Okay, they go to work Monday morning. Они идут на работу в понедельник утром. Okay, now, did she, I hope we have something for her. We got something for her? Okay, yeah, okay. How much you got there? Enough.
Мы беспокоимся, чтобы тебе осталась пицца, и мы проверяем, что она есть. She's not gonna eat. She's not gonna eat all of that. Ты не съешь все, Ира. Oh, okay. Okay. Now, most people in America, they're off on Sunday. They go to work on Monday. В основном в Америке выходные все, воскресенье и в понедельник только идут на работу. Is that the same here? Okay. Здесь Monday тоже у нас похоже, да? Утро понедельника. It's unfair to your boss if you walk into work Monday morning all tired and dragged out from the weekend. That is not right, and it's not fair to your boss. И нехорошо будет и неправильно, если в понедельник утром вы придете уже уставшим на работу, не выспавшимся после веселья в выходные. Amen. Это несправедливо по отношению к начальнику. I remember I was so busy over the weekend. Я помню, что я был настолько занят на выходных. That Monday morning I was already tired. Что в понедельник утром я был уже уставший. And the week hadn't even begun. И неделя еще даже не началась. Amen. Amen. So on Monday morning. Когда утро понедельника. You have an obligation. You should do this. У вас есть обязанность, требование такое. You show up to work on time. Вы должны появиться на работе вовремя. And you're rested. И вы должны быть отдохнувшими. And you're ready to go. И вы должны быть готовы к работе. Amen. Аминь. That's only right. Это единственный правильный вариант. See, I can speak because I've been a pastor, but my family owns a business, so I know a little bit about business things too. И я могу об этом говорить, потому что, да, я служил как пастор, но у моей семьи есть бизнес, и я немножко знаю и с той стороны. And business owners are always looking for good workers. И владельцы бизнесов всегда смотрят на хороших, усердных работников-исполнителей. They're always looking for a good worker. Они всегда ищут хороших работников. And they'll promote a good worker. И они тогда и продвигают хороших работников. А христиане должны быть, по моему убеждению, лучшими работниками. Вы должны появляться на работе вовремя. Вы должны усердно работать. Вы должны быть сфокусированными. У вас должно быть правильное отношение, хорошее. Вы должны послушаться своему начальству. Вы не сплетничаете о других работниках или о своем начальнике. You don't take breaks beyond the time allowed. Вы не берете частые перерывы на кофе до тех пор, пока это не позволительные перерывы. If you have a 15-minute coffee break, you don't take 18 minutes. Если у вас перерыв на кофе 15 минут, вы не берете 18 минут. You leave work at the right time, not 5 or 10 minutes earlier. И вы уходите с работы вовремя, не на 5, не на 10 минут раньше. While you're at work, you're not on the computer checking your emails and your Facebook friends or whatever. И когда вы на работе, вы не проверяете свои имейлы личные или как поживают ваши друзья с Фейсбука. Amen. Аминь. You're paid to work when you go to work. Вы платите, вы работаете на работе, когда вы там. And in most cases, you can't read your Bible when you're supposed to be working. И в большинстве случаев вы даже не можете Библию свою читать, когда вы занимаетесь работой. Amen. Amen. Yeah. What do you say? But you can listen audio Bible. Well, whatever. If pastor says it's okay, it's okay. Если пастор вам скажет, что это позволительно, тогда можно. Okay. You're focused, you're doing a good job, you've got a good attitude. Ваш фокус — это делать качественно свою работу и иметь правильное отношение. And another thing is dress reasonably well. И также по поводу внешнего вида. Вы должны разумно, соответствующе одеваться. How you dress is people notice how you dress. То, как вы одеваетесь, люди это замечают, люди это отмечают. Okay. Dress good. Поэтому, пожалуйста, хорошо одевайтесь. You don't have to be the best dress, but, you know, reasonably good. Вам не надо идеально одеваться или там сверх как-то, но вы должны разумно просто быть одетыми. Don't look like you just rolled out of bed and you came into work. Don't look like that. Не надо выглядеть на работе, что как будто вы только что выкатились из кровати и вот такими пришли. Amen. Аминь. Same with your church service, your congregation. То же самое отношение к вашему церковному или общинскому служению. Home group meetings. К домашним группам. Go there looking like you're human. Приходите туда и выглядите так, как будто вы человек. I mean, your leaders, you should
You should be examples, as I keep saying. А вы лидеры, и я продолжаю говорить, что лидеры, вы должны быть примером во всем. And women, please dress properly. И женщины, пожалуйста, разумно одевайтесь. All right. Women, please dress properly. Пожалуйста. Like a Christian woman. Как верующие женщины. Modestly. You know, if Jesus showed up, would you feel comfortable in what you're wearing? Разумно. Помните, Иисус говорил о одеянии женщин? Quiet. Тишина. Okay. Now, I want to give you some prayer tips. Prayer tips. Tips. Helps with советы. Prayer. Дам вам несколько советов по молитве. Helping with your prayer life. Помогу вам с вашей молитвенной жизнью. Okay. Practical things. Очень практические вещи. I got about 10 things here. У меня тут вот 10 вещей. I do these things. И я делаю это. I've done them for years. И я делал это годами. 45 years. Где-то 45 лет делаю. Они работают. They're general principles. Это общие такие принципы. I don't want to present this as legalism. И я не хочу это как законничество вам представить. Okay, I don't, like, you have to do this. This is the way you're supposed to do it. Я не приказываю вам это делать и не говорю, что это единственный путь, так как вы должны вести себя. We shouldn't pray because we have to pray. Мы должны молиться, потому что мы должны молиться. We should pray because we want to pray. Мы не должны молиться из-за того, что мы должны молиться, но мы должны молиться из-за того, что мы хотим молиться. Because somebody loves you very much. Потому что кто-то любит вас очень сильно. And you want to spend time with them. И вы хотите провести время с ним. Okay? So don't misinterpret what I'm saying. Поэтому, пожалуйста, не искажайте то, что я сейчас буду говорить. Да? Не поймите неправильно. We have freedom. У нас есть свобода. Okay. But as I've said earlier, we need good structure in our life. Но, как я говорил уже ранее, нам нужна хорошая структура в нашей жизни, чтобы уметь побороть человеческую лень. So и вот подсказки вам. Again, Lord, morning, и первое. Если ты не нашел время для Господа с утра, ты его не найдешь в течение дня. So, I'll just tell you what I do. Я просто говорю вам то, что я делаю. Number one, go to bed at a reasonable time. Первое, идите спать в разумное время. Put yourself on a schedule. Поставьте самого себя в расписание. Okay. Go to bed at a reasonable hour, put yourself on a schedule, and get a good night's rest. То есть вы должны вовремя лечь спать, иметь разумное количество часов для сна, чтобы вы могли отдохнуть. И, пожалуйста, на ночь кофе не напивайтесь. Вчера это с нами произошло. Вы знаете, что хороший ночной сон — это одно из обетований в Библии? Okay, that's most half a class. Да, почти половина so класса. Believe God, pray for a good night's rest. That's important. Верьте Богу, доверяйте и о том, что у вас будет хороший ночной отдых, потому что это важно. Go to bed at a reasonable hour. Ложитесь вовремя. A scheduled time. Расписание должно быть у вас. Get enough sleep. Имейте достаточно часов для сна. Not too much sleep. Не чрезмерно, немного. Bible says, don't love sleep. Библия говорит, не люби спать. Вы можете наслаждаться сном, но вы не должны любить спать много. Like вы можете любить кушать. Вы наслаждаетесь едой. Но вы не становитесь чревоугодниками. Просыпайтесь вовремя. Put yourself on a schedule. You go to bed at a certain hour. You get up at a certain time. То есть вы ложитесь в определенное время и вы вставать должны в определенное время. Have enough hours of sleep. 7-8 hours. То есть 7-8 часов должно быть между лечь в кровать и подъемом. Unless you have a physical condition or sickness, you don't need 10 or 12 hours of sleep. You don't need 10. И если у вас нет какого-то заболевания или физического недомогания, вам не надо спать 10-12 часов.
У вас нет такой нужды. Вам не надо 14 часов сна, поверьте. You got to bring the body under subjection. Amen. Subjection. Вы должны поставить свое тело в подчинение, в правильный контроль. Вы над ним владеете. Now, go to bed at a scheduled time, wake up at a scheduled time. То есть первое, мы ложимся вовремя, второе, мы встаем вовремя. When it's time to get up, когда пришло время подъема, get out of bed. Встаньте с кровати. Don't take another 5 or 10 or 15 minutes. Не возьмите еще 5, 10, 15 минут валяться. Now, let me ask you this. В кровати. Has this ever happened to you? С вами это случается? После подъема поваляться полчаса okay. в кровати. Let me, you go to bed, идете и ложитесь спать. You wake up. Просыпаетесь. You know you're supposed to get out of your bed. Вы должны выйти из своей кровати, встать. But you stay it. Но вы остаетесь там. And then you fall asleep. И потом вы снова засыпаете. And you had a bad dream. И у вас плохой сон. Has that ever happened to anybody? Случалось когда-то такое? Yeah. Okay. Think about that, okay? Задумайтесь об этом. So get up, так что вставайте с кровати. And then whatever you have to do to wake yourself up. Сделайте что-то, что поможет вам пробудиться. Coffee. Может, чашка кофе поможет. Take a shower. Или принять душ. Walk outside. Или выйти на улицу. Get yourself awake. То есть пробудитесь. Встать — это не пробудиться. You go right into prayer, а потом идите в молитву и к чтению Слова мгновенно, сразу же. All right. Now you say, wow, pastor, that sounds hard. И вы можете сказать, да, пастор, звучит очень тяжело. You can do it. Но вы можете, time, it takes work. It's worth it. It's wonderful. Вы можете это сделать. И поверьте, если вы будете правильно относиться со временем, оно у вас получится, и оно стоит того. Eliminate all distractions. No distractions. Пусть никакого разрушения не будет. Keep the TV off. Выключите телевизор. Don't open your computer. Не открывайте свой компьютер, пусть вас ничто не отвлекает. You know, don't worry about your dog or your cat. Не думайте в эту минуту про своего пса или кота. This is the Lord's time. Это время для Господа. And you do everything you can to protect that time. И вы должны сделать все, что от вас зависит, чтобы защитить это время ваше с Господом. I know the pastor at our church. He publicly repented. Я знал пастыря, который вел церковь, и он публично покаялся. He was waking up in the morning, and the first thing he would check his emails. И он просыпался утром, и первое, что он делал, проверял свою почту. And the Holy Spirit said, you know, this isn't right. You should spend your first time with me. И Дух Святой его обличил и сказал: это неправильно. Первое время ты должен выделять мне. So don't go to your emails, don't go to your Facebook. Так что, пожалуйста, не открывайте Facebook, Одноклассники и свои почту. I do this. I'm not telling you anything I don't do, and it works great. И то, что я вам рассказываю, я делаю так, так что и оно работает, и оно замечательно работает. Now maybe you like good. Worship music, that's a good idea. Если любите хорошее прославление, поклонение, включите. Okay. Это хорошая помощь. Your goal is time with the Lord. Ваша цель — время с Господом. But your real goal is quality time with the Lord. Но ваша настоящая цель — это качественное время с Господом. That's your real goal. You want quality time with the Lord. У вас должно быть вот это настоящей целью — иметь качественное время с Богом. No distractions. Никаких отвлечений. Ladies. Дамы. Wives. Жены. Have you ever gone out on a date with your husband or your boyfriend? Ходили ли вы на свидание со своим мужем или парнем? And you go to a restaurant. И вы приходите, например, в ресторан. And maybe there's a football game on the TV set in the restaurant. И в ресторане телевизор висит, и там футбол показывают. You know. And you're all excited about this romantic evening with your. А вы так радостны, что у вас наконец этот романтический вечер. And the whole time. Oh yeah. А все время глаза бегают только на телевизор. Okay. No. No distractions. You want quality time with the people you love. То есть никаких отвлечений. Вы на самом деле должны хотеть качественного времени с людьми, которых вы любите. Have quality time
No distractions. Поэтому и с Богом то же самое. Качественное время, никаких отвлечений. And you're awake. You're reasonably awake. И вы уже проснулись. Вы okay. пробудились по-настоящему. Now, дальше. I always recommend Я всегда рекомендую prayer and the word. Молитву и слово. Both. Обе составляющие. Not all the prayer. Не только молитва. Not all the word. И не только чтение Библии, слово. Вам нужно две составляющих. So, maybe split your time in half. Может быть, разделите ваше время пополам. Half your time in prayer and worship. И половину этого времени проведите в поклонении и молитве. And half your time reading, studying the Word of God. А половину проведите в изучении Слова Божьего. Now again, these are ideas. It's not laws and obligations. И я даю вам идеи, это не законы, которые вы должны беспрекословно исполнять. Okay. Now it's also good, if possible, you have a special place where you pray and read the Word, like a room or an office or И также очень хорошо было бы в реальности иметь особое место для вот этой утренней молитвы и чтения слова. Или это комната, или это уголок в комнате, или это кабинет отдельный. And I'll tell you why that helps. И я объясню, почему это помогает. It helps because when you wake up and you're starting to feel good. Когда вы проснулись, по-настоящему пробудились, and уже взбодрились, mind, у вас Господь в вашем разуме, office, и вы входите вот в эту отделенную или комнатку, или кабинет, sort of thinking, okay, Это поможет вам сконцентрироваться и еще больше осознать, что вот сейчас будет мое отделенное время с Господом. И это поможет держаться вам в фокусе на правильной цели. Good habits are so important in life. Хорошие привычки, они очень важны в жизни. So maybe you can have one room, a desk, and that's where you meet the Lord, shall we say? Может быть, это та же комната, и за столом вы сядете и будете общаться с Господом. And in most cases, make sure the room's not too warm. You know, I like to have cool air. И удостоверьтесь, что в комнате не чересчур тепло. Должен быть какой-то поток свежего воздуха. You want quality prayer. У вас должна быть качественная молитва. You don't want like half sleep, half pray. You wake, you sleep. Из-за перебора теплоты вы будете чувствовать, что вы то вы в сон впадаете, то пробуждаетесь, то вам тепло, то жарко. Начнут мысли посещать голову. О, надо сделать то, не забыть сделать то. This is the Lord's time. Это время для Господа. We want to give him quality time. И мы хотим дать Ему качественное время. We want to keep our mind on him. Мы хотим хранить и фокусировать наш разум на Нем. Now, during your prayer time, и во время вашего молитвенного времени I would recommend having a journal, я рекомендую вести молитвенный дневник. Or you can use your Now I use my computer as my journal. Сейчас я уже как свою записную книжку, свой компьютер использую. Так что используйте телефоны, компьютеры, чтобы записывать. Have that near you. Пусть это будет рядом с вами. You know? And the Lord may give you something. The Lord may show you something. Господь может показать вам что-то, открыть вам что-то. Write it down. Запишите это. Or you just want to say, it's a beautiful day with you, Lord, and write it down. Просто вы, например, осознали, что замечательный день с тобой, Господь. Запишите это. You know? Keep a journal. И храните эти дневники. И продолжайте вести их. Это благословение. А потом читайте эти вещи. Записывайте свидетельства, записывайте великие чудеса, которые Бог делает. Помните, молитва включает в себя вы говорите с Богом, а потом вы слушаете Бога. Хорошо? And of course we hear him through his word also. И также мы слышим его ответы через его слово очень часто. But the Lord, I'll be praying and praying and praying. Но чтобы не было так, что я, Господь, молюсь и молюсь. This happens pretty often to me. И это случалось со мной очень часто. And the Lord says, just wait on me. А Бог останавливал меня quiet and listen. И говорил, а теперь ожидай меня, помолчи и жди, что я тебе скажу. Okay. So praying involves talking
Так что молитва должна у вас включать ваше говорение и ваше слушание ответа. И не должно быть никаких отвлечений. Вы не должны снова уснуть. Следующее, что помогает. Иногда утром помогает вслух помолиться. Это также помогает вам пробудиться по-настоящему. Может быть, ходить по комнате, а не сидеть и говорить громко на языках. Или вы вслух провозглашаете определенные места Писаний в свою жизнь, которые хороши для вас. Ободряют вас. Так что вам не надо обязательно быть супертихими в вашей молитвенной жизни личной. Аминь. Мы пятидесятники в определенном смысле все. Мы те, которые восторгаются, радуются. Мы верим в молитвы, которые молятся громко. Praying in tongues out loud. Молиться на языках вслух хорошо. Singing out loud. Петь вслух хорошо. Sometimes I'll get up and start singing to the Lord. Иногда я встаю и начинаю петь Господу. And if you heard me sing, и если вы слышите меня поющим, you would probably say, you know, read your Bible, Rick. Вы, наверное, если услышите меня поющим, скажете: «Слушай, пойди почитай Библию, Рик». Но иногда я начинаю петь и хвалить Бога на языках, молиться и так попевать немножко. И так вы тоже будете благословлены. Когда вы начинаете ваше молитвенное время утром, позвольте мне рекомендовать вам поклонение, хвалу и благодарение. Начните свой день с поклонения, хвалы и благодарения. И я очень настойчиво рекомендую: не начинайте свой день, не начинайте свою молитву с: «Господь, мне надо вот это, вот это и вот это. И вот то мне еще надо. Пожалуйста, дай мне вот это. Пожалуйста, дай мне вот то». Есть время для наших прошений. Вы можете это делать. Но начать вы должны с поклонения, хвалы и благодарения. И потом переходить к прошениям. И потом будет у вас время, когда вы просите Бога о чем-то. Хорошо? Позвольте быстренько вам кое-что еще сказать, и будет перерывчик. Возвращаясь в 1990-е годы, было замечательное тогда движение Духа Святого. И в течение этого движения тогда был очень большой фокус, направленный на ожидание от Духа Святого, на переживание Его. Войти в присутствие Божие. Напитываться. For a lot of us, для большинства из нас this was a wonderful reminder from the Holy Spirit. Это было замечательное напоминание нам от Духа Святого. To just enjoy the presence of the Lord. Просто уметь наслаждаться присутствием Божьим. But no. I had a little concern. Но я есть небольшие моменты. That it seemed like people were praying and worshiping and wanted to experience God. Это было ощущение, что люди молились, поклонялись, желали пережить присутствие Божье. But they began to neglect the word of God. Но они стали игнорировать Слово Божье. I was very concerned about that. И меня это смущало очень.
When I traveled, I would speak to this. И когда я путешествовал, я говорил об этом. And I would say, never neglect the word of God. И я сказал бы везде и всегда говорил, никогда не игнорируйте Слово Божье. Okay. Again, that's balance. Итак, должен быть баланс. Prayer. Молитва. And the word. И Слово Божье. The word and prayer. Слово и молитва. You need them both. Вам необходимы обе составляющие. Okay. Хорошо? I'm done my prayer time. Я закончил свое молитвенное время. And the thing that we like to do next is Vic and I like to pray together. После этого у нас у каждого свое личное время молитвенное, потом мы соединяемся и молимся вместе. And I really strongly recommend that for all married couples. И я очень настойчиво рекомендую это каждой семейной паре. And then I schedule my day. И потом я пишу расписание свое на день. I plan my work, я планирую свое задание, работу, и потом я совершаю свои дела. И тогда вот я становлюсь занятым. Я действительно занят потом целый день. И усердно работаю. И я стараюсь усердно работать и быть занятым весь день. Okay. Before we take a break, does anybody have any questions about these practical things? До того, как мы возьмем перерыв, есть у кого-то вопрос по поводу этих практических вещей? Anybody want any of these things? They just receive it. They all receive it. Do these sound like good ideas here? Это звучит для вас как хорошая помощь, как хорошие идеи? Are they helping you? Помогают вам? They're helping you. Okay. Yeah. You understand it's not law, we're under grace. И вы понимаете, да, что это не законы, мы под благодатью. But the Lord expects us, it's in the word of God that we should be disciplined people. Но Бог ожидает от нас, и это написано в Писании, что мы будем дисциплинированными людьми. And hard workers. И усердными работниками. Okay. Хорошо? Amen. Let's Аминь. Take a 10-minute break.